пятницу в Самарской области пасмурно, пройдет снег. Днем минус 1, плюс 1 градус, ночью 1-3, ниже 0. Ветер южный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, в светлое время суток плюс 1, в темное минус 1 градус, южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде небольшого снега, днем 0 градусов, ночью 1 ниже 0, южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег, днем минус 1, ночью 2 градуса с минусом, южный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.